просто удар под дых. За год автомобиль подорожал аж на 400 тысяч. И на тот момент, друзья, это казалось, ну, дорого. Друзья, цены на японские автомобили не стоят на месте. И сегодня мы покажем вам, насколько изменилась стоимость автомобилей за год. Мы возьмем 10 автомобилей за прошлый год, которые мы привозили для наших клиентов, и аналогичные варианты, но уже на текущее время. И в конце ролика покажем автомобиль, на который за год цена изменилась на 500 тысяч рублей. Меня зовут Алексей, это компания Japan Life. Мы начинаем. Друзья, сразу скажу, что рассмотрим именно те автомобили, которые не попадают под санкции, которые мы можем привезти. И, собственно, такие же аналоги, которые мы привозили год назад. Вы можете зайти, к примеру, в Telegram, отмотать август 22 года и найти там данные автомобили, либо посмотреть те варианты, которые у нас сегодня в ролике не появятся, и также посмотреть, за сколько они обошлись нашим клиентам. Первый автомобиль на очереди — это у нас, конечно же, всеми известный, всеми любимый Honda Freed первого поколения, 9 год. Вы видите на экране все его параметры, оценка 4 балла, пробег 148 тысяч, что отлично для данного автомобиля, потому что такие Фриды бегают и 200, и 300. Мотор 1,5 литра, обошелся год назад в бюджет 695 тысяч рублей, в общем, если округлить, 700. Если открыть статистику, посмотреть вариант на сегодняшний день, плюс-минус с такими же параметрами, да, по низкой аукционной ставке его можно купить, но тем не менее вариант уже обойдется 850 тысяч. Чтобы далеко не отходить, рассмотрим тоже Фрид, но уже второго поколения. Год назад, 17 год, у нас был проходной, как раз это у нас Фрид 17 года, оценка 4 балла, пробег 58 тысяч, кузов GB5, это 1,5 литра обычный бензиновый двигатель на переднем приводе. В общем, бюджет со всеми расходами 1 110 000 рублей. Вот сегодня посмотрел вариант, по актуальным курсам данный автомобиль уже заходит 1 550 000. Друзья, представьте, разница практически 400 тысяч рублей, автомобиль подорожал. Далее, представитель от Honda, это один из самых популярных хэтчбеков, Honda Fit, в кузове GK3, 1.3, передний привод, работает на вариаторе, 18 год, 4 ББ, 34 тысячи пробег, цена на тот момент составила 860 тысяч рублей. Если проводить аналогию с текущим временем, то цена уже 1 130 000. Друзья, на самом деле автомобилей очень-очень много. Выбрали для вас самые популярные. Следующий автомобиль — это Toyota Corolla Fielder, который также был проходным в прошлом году. Это 17 год, 4 балла оценка, 54 тысячи пробег. Белый цвет, была цена 930, стала цена 1 150 000 рублей. Далее, следующий автомобиль мы отмечаем абсолютно в каждом ролике. Это Honda Stepwagon 2015 года, RP1 кузов, 1,5 литра, работает на турбомоторе, 150 лошадиных сил, такой интересный голубоватый цвет. На самом деле этот цвет, он самый-самый бюджетный, ну и самая бюджетная комплектация. Пробег 88 тысяч, автомобиль вполне в отличном состоянии, этот автомобиль покупал лично. Отлично помню, выдавал клиенту, клиент был в восторге, потому что бюджет составлял на момент покупки 1 300 000, купили дешевле, составил 1 070 000 рублей. Если покупать сейчас с такими же параметрами, то цена ставит 1 400 000, 1 450 000. Далее, уже вариант из кроссоверов, это Toyota Rush на полном приводе, 11 год. 104 тысячи пробег, цвет белый, оценка у этого автомобиля RA. Если заглянуть в аукционик, то по правой стороне были следы ремонта, но по факту все в Японии сделано было качественно, то есть никаких замечаний не было, еще также было вложение. В общем, цена с вложениями, со всеми расходами 850 тысяч рублей, просто подарок. На текущий момент 1 130 000. И еще один автомобиль, который полюбился многим, особенно молодежи, это универсал от Subaru. Subaru Levorg 15 года, пробег 116 тысяч, оценка 4 CC, также автомобиль в очень хорошем состоянии. Цена на тот момент составляла 1 175 000. На текущий момент 1 400 000. И на самом деле много Леворгов мы купили, там в бюджет 1 100 000, 1 200 000. Казалось, там 1,5 миллиона для Леворга — это просто цена космос. Но если рассматривать именно такую версию 1.6, которую можно привезти, конечно, двухлитровые были дороже, но вот именно вот в
такой комплектации цены приятно удивляли. Следующий автомобиль — это Mazda CX-3. Старт цен в прошлом году был от 900 тысяч рублей. Конкретно вот такой вариант, который вы видите. Это 15 года, 59 тысяч пробег, оценка 4 балла. Обошелся чуть-чуть выше миллиона. Это 1 миллион 19 тысяч. Цена на текущий момент 1 400 с аналогичными параметрами. Далее, автомобиль, который можно привести сейчас на полном приводе, это кроссовер. Ближе уже к крупноразмерному, аналог Равчику, можно рассмотреть как вариант, конечно. Mitsubishi Eclipse Cross 2018 года на полном приводе, пробег всего лишь 18 тысяч, оценка 5 АА, просто автомобиль в идеале, прям только выехал с завода. Черный цвет, цена 1 555 000. Цена на текущий момент с аналогичными параметрами 1 950 000 рублей. За год автомобиль подорожал аж на 400 тысяч. Друзья, если вы хотите узнать цену на местном рынке, сколько данный автомобиль, конкретно Eclipse Cross, стоит на зеленке, буквально вчера у нас на втором YouTube-канале это автоподбор вышел ролик, где Роман рассматривал кроссоверы и Eclipse в том числе. 2 220, ребят, с ума сойти. Новые стояли такие. Ребят, в прошлом видео показывал вам бюджетный ВИЦ. 10-й год был 760, сейчас 790. Ребят, ну и венец нашему сегодняшнему. Я бы рыгнулся, но не могу. Toyota Rush, 1 600 000 дожились. Переходите, смотрите и будете в курсе актуальных цен. Просто удар под дых. Всем любимый Виш 2012 года, 77 тысяч пробег, оценка 4 балла. Год назад мы приобрели для нашего клиента бюджет 850 тысяч рублей с мотором 1.8 передний привод. На сегодняшний день цена уже составит 1 150 000 с аналогичными параметрами. Друзья, и вишенка на нашем торте — это автомобиль, на который прям значительно увеличилась цена. Это Honda Vezel в кузове RO1. И это не просто базовая комплектация, а комплектация Touring, где турбомотор на 170 лошадиных сил. В общем, 4 балла. Оценка, пробег 50 тысяч. Привезли в бюджет 1 510 000. И на тот момент, друзья, это казалось, ну, дорого. Сейчас такие автомобили стоят 2 миллиона рублей, если вести под заказ. Если посмотреть, конечно, местный рынок на зеленку, то цена будет еще выше. Друзья, что мы имеем в сухом остатке? Если сравнить цены, то они, безусловно, выросли. Выросли, причем на цену 200-250 тысяч рублей. Но при этом, если посмотреть цены, которые были 2 года назад, они были еще ниже. И если быть реалистом, то цены только увеличиваются, несмотря ни на что. Друзья, не проходите мимо. Кто не подписан, обязательно подпишитесь на наш канал. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. С вами был Алексей, это компания Japan Life. Всем пока.